Павловых. Аварийный выход расположен в передней, средней, хвостовой автомата, оборудованы основными трапами. Светящаяся дорожка до прохода указывает направление к выходу. Our aircraft has an emergency exit which are carry mount to road exit. Emergency exits are located in the front, middle, rear sections and equipped with a flat roll slide. We escape our slide in order out directly to emergency exit. Ваши линии безопасности должны быть застегнуты всегда, когда горит бортовое табло, пристегнуть руки. Чтобы застегнуть линии безопасности, ставьте металлический наконечник в ряжку. Туго затяните ремень. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Use your belt when fastened to someone so fast as the door sign is on. To fasten your seatbelt, lift the helmet and slip into a buckle. Tighten the strap. To release the seatbelt, tap the buckle cover. Ваша кислородная маска находится в панельной нише над вами. В случае разгерметизации она убрасывается автоматически. При появлении маски дернете ее на себя. Плотно прижмите маску к носу и рту, как мы вам показываем. Дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, наденьте кислородную маску сначала на себя, затем на ребенка. Ее oxygen mask или на ее лице был пьесет. Ваша кислородная маска находится на своем выходе, но только что вас спросили.
свободу не необычно. Ремни безопасности застегнуты, затянуты по размеру. Повторим за внимание. Ladies and gentlemen, our rider collector. Please make sure your chair table is folded up here. Windows blinds will open to the legs in fully upright position. Arms down. And your seatbelts are fastened on your chair. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту Внуково, город Москва. Аэропорт имени советского ученого авиаконструктора Андрея Туполева. Для вашей безопасности просим вас не размещать вещи в проходах, оставаться на своих местах застегнутыми ремнями безопасности до полной остановки самолета и выключения светового табло «Пристегнуть ремни». Напоминаем вам, что вы несете ответственность за свои личные вещи, оставленные на борту воздушного судна. Будьте внимательны при выходе из воздушного судна на трап. Мы прощаемся с пассажирами, чей полет заканчивается в аэропорту Внуково. От имени экипажа благодарим вас за то, что вы воспользовались услугами компании «Кутя». Желаем вам всего доброго. Транзитных пассажиров, следующих рейсами далее в город Якутск, просим взять все свои вещи, документы и пройти вас в зал ожидания аэровокзала. Будьте внимательны к объявлениям в аэропорту. Наш экипаж прощается с вами и желает вам приятного путешествия. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, welcome to Moscow.
Спасибо.